Севастопольская молодежь продолжает очищать наш город от вредных надписей на стенах. Активисты закрашивают рекламу сайтов, на которых можно купить наркотики. 21 февраля члены молодежного совета при главе Гагаринского муниципального округа Севастополя провели акцию «Закрась опасность» в районе улицы Репина. За полгода активисты стерли около 500 надписей в Гагаринском районе Севастополя. Как правило, потребителями этой рекламы становится молодежь, потому что именно молодежь от 18 до 30 лет является самым основным потребителем наркотиков в нашей стране. Можно только отметить, что 70 тысяч человек ежегодно погибает от наркотиков. Молодежный совет проводит эти акции для того, чтобы стены нашего города стали чище. Не в плане того, что мы закрашиваем какие-то надписи асоциального характера. Акция «Закрась опасность» направлена на повышение осознанности молодежи и ликвидацию рекламы сайтов, на которых можно купить запрещенные вещества. По словам председателя молодежного совета при главе Гагаринского муниципального округа Александра Бородавченко, чаще всего вредные надписи появляются в непосредственной близости от многоквартирных домов, школ, остановок общественного транспорта. Севастопольская молодежь ежемесячно проводит акцию «Закрась опасность». На каждый рейд выходит около 20 человек.